Так, всем привет, друзья. Ну что, мы вовсю с нашим паном Артемом уже репетируем сценарий локдауна. Мы вышли на улочку. Сегодня у нас так плюс-минус прохладненько. Но, тем не менее, нас это не останавливает. И сегодняшняя, ну, я надеюсь, очередная успешная контрольная точка уже в отжиманиях на брусьях с весом 75 килограммов будет, ну, успешно выполнена. Пан Артем, поздоровайтесь. Добрый день. Как у вас дела? Да, ну, нормально у нас. Как ваши грудные? Ну, прошла, уже не болить. Жав цілих 100 кілограмів і все хорошо. Вчора жав. Що ти думаєш, які ставки? Прошлый раз я зробив на 9, 75. А ваша зараз зробити на максимум? Ну так, да, ну як би давайте на десяточку зробити. Я думаю, буде раз 12 хороших. Нічого собі, це було б круто. Друзі, да. Ну що ми маємо? Зараз я зробив з полтинничком, потім я зробив 75. По тим от розводам грязі ви, мабуть, догадались, що ми пытались приладити якусь подножку. Но ничего у нас не получилось, да, поэтому будем делать просто с пола, с прыжочка, с небольшого. Пришли к выводу, что этот вариант самый оптимальный. Ну а сейчас, пока мы еще не замерзли, давайте я сделаю с полтосиком. Понапрям. На 4. Ну, щоб не розбалтувало, це саме головне. Так, я думаю, от що. Сейчас... Давай смотри, я просто подальше вот туда зайду. І що? І що? Да, я назад заведу. Я розумію штанги, як вот эти. Ви казали, що вам не зручно, коли вас воно заведено отак за ноги. Вони не зручно, нормально. Просто я можу вимити таку палку десь, вони будуть у вас отак, і палка просто буде на ногах держати їх, щоб вони вас не їздили. Ну, як ви знаєте, що зробити, якщо вам не сложно? Насыпьте мне вот тут горочку небольшую. А чем я насыплю? Лучше ногами, не знаю. Вот так, да. Вот мне самое интересное, сделаю хотя бы больше 9 в таких условиях или, блядь, не больше. Сейчас мы это узнаем. Конечно, на задних брусьях проще. Но проблема в том, что в зале толстые блины. И, конечно, Артем что-то пришел. Ну да, хорошая мысль. Не, ну чего сяда, мотыть. Он Артем нашел совок. Ну этот человек, он как бы не воровской, как я. У него импровизация работает на хорошем уровне. Да не, под Артем, слишком высоко. Ну вот так вот, все. Да ладно, что вот так вот оставляю нормально. Точно? Ну ладно. Просто чтобы я только менюшку лапками не зацеплял своими. То не будет. А то будет не трудно. Мне кажется, могу. Ну, в общем. Оставь. А может, после того, как ты это займешь стартовую позицию, пан Артема отодвинет? Так неудобно. О, кстати, пан Артема, хуй найти. Что? Я эту штуку приберу. Эту? Нет, эту не надо. Вот эту я когда выпрыгну, зафиксируешь, тебе просто отодвинет. Хорошо. А сейчас страшное место. Настюха, мозг. Сегодня я туго соображаю, потому что я в роли кочки. Так, конечно, непонятно еще будет, удобно или нет. Что непонятно? Говорю, ну, конечно, непонятно будет, удобно или нет, а то вдруг это слишком... Ну, удобно точно не будет, судя по всему. Так, я еще как-то всегда и везде. Вот мы, наверное, самое яркое ее олицетворение. Что только не сделают, блядь, початки. Ну, больше, что не выходили тренироваться. Может, я потягивался в дождь. А ось, когда вы хотели идти, не пришли, то что не, ну, это дождь. Я скорее выдал в школе по-моему. А, ну да, точно. То есть контрольные точки надо в оптимальных условиях. Да, а тренироваться треба всюди и завжди. Да.
пройшов, розкажіть, як у вас діла це? Нормально, справи. В нас є певні думки, як мені завершити локдаун в нашому тренувальному процесі. Якщо все буде йти гладко, ми виконаємо пару таких, ну, для мене таких бажаних ідей, ну, в принципі, вони придуркуваті. Ну, ми вирішимо, чи ми будемо їх виконувати, чи ні, тому дивіться. І може ви побачите, що я або я щось підніму, або я просто порвусь на тут. А на тому хотів сказати, що обов'язково сидіть. Ну, я простежу за тим, щоб він з більшою вероятністю порвав і з гораздо меншою вероятністю порвався нахуй. Вот. Да. Значит, этот, ну что, 75, делал я на 9 в условиях зала. Сейчас я подсбросил, прямо скажем, сутречка на весах что-то 124 с копейками. Хотя как-то уходит долго, потому что сегодня пятница, да, прошло уже 6 дней с момента прошлой контрольной точки по взвешиванию. Ну, ничего страшного, как я уже говорил, диечу я в этот раз не так жестко и более аккуратно. Чтобы... Стоять. Може сразу поставити сюди, а ви там залізете і будете надіватися, може слізьте з ними, незручно. Да. Димон, я заметила, ну, что фокус немного плавал, ничего? Ну ничего, что-то придумаем. Как-то, я надеюсь, ты держи центр на мне просто. Ага. Да. Ну пока ты нормально. Ой, блядь, Артём, я представляю, на что это похоже. Не знаю, спасибо. Но похоже на то, что я тримаю блины. Ой, ну да, так получше, конечно. Да. В атаку. Блядь, я забыл завести мой. Раз, два, ой, три, чотири, давай, Димон, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, є дев'ятий, на десятий для закріплення, десять. Ну от, нормально, 10 раз. Вже покращення результатів. Що? А лумія мені скажи? Ну, в угол, можна сказати, з натяжкою. Короче, херово. Насправді, з натяжкою. Якщо по-настрою так говорити, значить херово. Ну, не знаю, опять же. Забыл завести блины, во-первых. Блять, думал не забыть, но встал, забыл. Ну, короче, вот такие вот 10 раз, друзья. Вот в таких вот сегодня условиях. В общем-то, норм. Я думаю, следующую контрольную точку уже плюс одно повторение. Следующую контрольную сделаем в рамках зала. Через недельки, полторы-две. И там посмотрим, вон Артём, как в целом. Ну, у вас трохи трясло. Чомусь навіть сильніше, ніж раніше. І, в принципі, це, я думаю, за те, що вас от збили свою цю програму, там ноги завести, бліни завести, але це воно вважалось, ви хорошо вижимали, але були проблеми от із стабілізацією, як обично. А ви на вижиму там було, я думаю, сили на, ну багато, коротше. Все-таки на залі, от в зальних условиях з подножечки, прикольно те, що ти так став, зафіксувався, так баланс поймав і працюєш. Ну, друзі, те, кто следят за инстой, наверное, видели. И ВКонтакте я тоже выкладывал подход на 50, на 10 или на 12 делал пару дней ранее. Ну а сегодня вот, собственно, 75 на 10, на вылечный рекорд. Потихонечку продолжаем двигаться вперед. Ну что, Панар, там, волните нам что-нибудь в завершение. Да, не знаю, я уже что. Ты будем греться. Да, до побачення, підписуйтесь на канал, і от уже в нас, ну це всі стосуються ті, хто тренується в Україні, не знаю, як там за бугром у всіх, у нас локдаун, все дуже погано, тому чим більше ви поставите лайків, тим менший процент відкату у вас буде. Ну, якщо ви натурал, то можете не ставити лайк, тому що натурали не откатують, ми всі це з вами знаємо. Ну, на самом деле, там не поки що обсуждають наші мегаразуми. У власті то ли 24-те, то ли 25-те. Окончательна дата поки що під вопросом. Ну, як обычно, реалізується самий хуйовий сценарій. Увидимся, друзі.
смачно и пить там. А, кстати. Ну, вы с Новым годом будете? А с Новым годом еще успеем пока, это все вонь. Сегодня какое? Второе, третье? Четвертое. Четвертое, да. Тоже. Хотя, такие умовы, что какие там пиздуно-водичные настрой. Да.